Здравствуйте, друзья! С вами компания Look Freedom, и сегодня мы предлагаем вам обзор на сервис по заработку в интернете, который представляет некий Олег Комов. Этот Олег Комов говорит в своем видео, что он разоблачил несколько сотен лохотронов, что он является автором большого количества статей на популярных сайтах и блогах. Но данный ресурс предназначен не для разоблачения сомнительных проектов в интернете, а наоборот, для рекламы программы, которая называется «Кейстартер». Якобы эта программа рассматривается здесь в рамках предложения от одного из читателей этого блогера, который попросил проверить, сомнительно эта методика заработка или же наоборот реально. И вот он рассказывает нам, что за 6 дней проверки он вывел 77 тысяч рублей. Времени при этом он затрачивал на работу 20 минут в день. Это достаточно простой метод, по его словам. И, конечно же, он вынес вердикт «одобрено». И теперь нам нужно как бы удостовериться в правдивости слов этого человека, потому что в реальности этого человека мы сильно сомневаемся. Итак, здесь нам показывают такую программу, которая работает только при условии совместимости нашего компьютера с чем-то. С чем непонятно, не говорят. Вот. Но мы более чем уверены, что наш компьютер будет совместим, потому что иначе смысла просто нет. Итак, здесь показывают, что есть бонусный ключ, который будет являться как бы стартом к нашей работе. А дальше регистрация. Ну, собственно говоря, давайте пройдем по ссылке и увидим все это своими глазами. Итак, вот вы видите, пошла проверка нашего компьютера на совместимость. Угу. Устройство совместимо, но этого следовало ожидать. Давайте на всякий случай скопируем наш бонусный ключ, поскольку, может быть, нас не пропустят далее. А попробуем пройти без пароля. Нет, нельзя. Так, вот мы видим, что происходит загрузка личного кабинета. Так, кейстартер, магазин ключей, вывод средств. Пробуем открыть. Вводим номер ключа. Запускаем. Идет какой-то процесс, который назван распаковкой ключа. Смотрим красивую картиночку. Очень долго, на самом деле, все это происходит. И это может быть сделано с той целью, чтобы дать нам понять, что действительно происходят какие-то рабочие процессы, что система что-то проверяет. Так. После проверки мы как бы подошли под запросы данной системы, и вот происходит зачисление средств. Как вы понимаете, нам ничего не объяснили, откуда эти средства, почему вдруг мы, применив просто вот эту ссылочку, можем претендовать на то, что нам будут выплачены какие-то деньги. Так, вот мы видим, что на личном счете у нас 1060 рублей. Просто из ниоткуда, просто потому, что мы скопировали вот эти несколько цифр из ключа. Так, пробуем вывести средства. Так, как закономерность? Вот эта надпись, что минимальная сумма вывода 3000 рублей. О чем это говорит? Это говорит о том, что нас сейчас попросят что-нибудь купить. А именно, нас попросят приобрести еще ключи. Вот есть магазин ключей. Сейчас мы посмотрим, какие суммы нам предлагают заплатить.
Так, здесь вот и существует такая градация от 600 до 1400 рублей. Соответственно, нам обещают, что чем дороже ключ активации мы приобретем, тем большим будет наш доход. Но это, конечно, просто фикция, потому что если мы купим вот эти вот ключи для этой совершенно непонятной работы, мы просто станем жертвами лохотрона, потому что сомнений никаких нет, это все действительно лохотрон, и здесь мы можем только потерять свои деньги, но ни в коем случае не заработать. Если вы хотите более подробно прочитать об этом лохотроне, то, пожалуйста, проходите на наш сайт в раздел «Сомнительные методы». Вот есть такая статья, здесь все очень подробно описано. Если же вас интересуют реальные заработки в интернете, то, пожалуйста, просим вас пройти в рубрику с проверенными методами. И здесь вы найдете очень-очень много различных методик, которые действительно помогут вам начать работать и зарабатывать в интернете. К примеру, если вы изучите программу MoneyBot, то сможете зарабатывать от 2800 рублей в день на полном автомате. Метод «Крючок» от Ксении Шокиной связан с рассылкой книг, и по этому способу вы сможете зарабатывать от 79 долларов в день. 6 проверенных сервисов для заработка от Ильи Новгородцева. Очень хорошая методика, хороша тем, что она достаточно разнообразна в силу того, что в ней применяется целых 6 сервисов, которые независимо друг от друга учат вас заработку в интернете. Эффективный заработок от Дмитрия Штейна. Новая методика, которая у нас появилась недавно. Здесь вы сможете на Инстаграм выйти на заработок до 50 тысяч в неделю. Система онлайн-логист. Заработок от 8 тысяч рублей в день на посреднических услугах между заказчиками и грузоперевозчиками. В общем, друзья, очень-очень много всего интересного. Вы обязательно найдете здесь для себя что-то полезное. Кроме этого, мы приглашаем подписаться на наш канал на YouTube, на нашу новостную рассылку и вступить в нашу группу ВКонтакте. Найти нас достаточно просто под видео. Есть вот такие ссылочки. Нажав на любую из них, вы легко и просто перейдете на наш сайт. На этом все. Всего доброго.